Всем привет! Я снова всех категорически приветствую. Ой, с огорчением 2 дня не заходил в игру. О, поприходили наши трупы. Отлично. Там больше никто не сдох. Внезапно. Нет, только домой идут. Но вот эти, конечно, 3 трупа, это бы был эпик фейл. Я вообще, я в шоке. Я в шоте. Ай, блин, слов нет, одни выражевывания. Так, что тут у нас? Собака. Заходите все домой. Ого, сколько их. Вы помните, да? 3 персонажа просто взяли и погибли в пустоши. О. Стимуляторы, все дела. Пух и умер. Ха-ха. И кучу он стимуляторов приволок. Зашибись, картоха с мясом. Глюки от беседы не перестают нас радовать. Давайте, заходите, это сколько вас там? Ничего себе там. Народу на входе. И всю пустошь уже, наверное, обнесли. Заходите. У нас места много после преснопамятного выбрасывание миллионов на ветер. Кстати, кто-нибудь посчитал в комментах, сколько мы тогда вышвырнули денег? Не, никто не считал. Ну и толку, он опять у нас уже почти потолок денег. Что с ними делать? Говорят, вот, как же тут можно играть-то? Да вот так вот и можно. Играем, никакой донат не нужен. О, рад скорпионы, блин, наши любимые. Ай, ты только увернулся. Я сейчас бы его сюда направил. Так, кого сюда кидать? Давай, иди ты. Не успеют, правда. Ну да ладно. Блин, рад скорпионы вот этой своей непредсказуемостью. Где он там? А, вот теперь вот тут, да? Ну, все правильно, чтобы нам не скучно было. Давайте погоняем. Ага, теперь здесь, да. О, правильно, правильно. Давайте, носиться. За этим радскорпионом теперь по всему убежищу. Ради одного дурацкого радскорпиона тут сейчас все убежище гонять будет. Козел. О, завалили. 2 нуба первого левела завалили. Лаговаз, завали слона. Так, что у нас сила сагилити. Ну иди там. Агилить он, поваляйся. Это у нас харизма. Удача. О, на удачу у нас тут пустой зал. Иди занимайся. Оп, у нас тут. Давно не заходили. Полно всего. Полно домашних дел. И ты на удачу, ну иди. А ты куда? Сила. Иди на силу, пожалуйста. Никого не держим. Так, продолжаем смотреть, какие у нас сегодня будут глюки от беседы. Чем нас сегодня хуй порадует? Чьей смертью? Так, домашние делишки вроде бы все
Пока уладили. Хорошо. Ну, теперь пойдемте посмотрим, что у нас тут. Вынос мусора. Начинаем. Сейчас мы тут как вынесем. Красностроение подходящее. Сейчас чайку хлебану только. Ой, блин, остыл. Ой, совсем остыл чаек что-то. Пока я тут собирался. Остывший не хочу пить. Так, очистить от гули убежище 840. А, это у нас братство стали попросило. Да, такие толерантные, человеколюбые из братства стали попросил. А, убейте гули, а что они там в убежище засели? Зачистите их. Все правильно, братство стали оно такое. Всех мутантов там, всех под корень, под нож. Чем они в этом отношении от анклава отличаются, непонятно. Чем они вообще от анклава отличаются, в общем-то... Не сильно ясно. Ядерколу нашли. Что ж ты тут один-то так это? Неосмотрительно ты так. Могу тебе сказать. Гульта. Засел. Вообще оно будет как-нибудь задаться. Я когда-то вот помните обещал там в середине, в каких-то там сериях. Сделать как-нибудь подборку всяких фактов по Fallout'у. Вот надо будет как-нибудь все-таки собраться и сделать. Вот обещал, обещал и не сделал. Сесть вот и поразбирать. То есть не просто сухие зачитки из Википедии сделать. А именно, то есть с отсылками к лору, там ко всему. Комментами разработчиков. К отсылками комментам разработчиков. Все это. И проанализировать, допустим. Ну действительно, вот чем отличается принципиально Братство Стали от Анклава? Чем отличается Братство Стали от нового Братства Стали? Вот. Вообще, в чем суть? За что они тут все так собачатся? Чем отличаются хабологисты от детей света? Чи радиации, чиа там от детей, как их, господи, я уже и забыл. Вот. Посмотреть. Рассмотреть вопросы с всех сторон. Чем принципиально гули от супермутантов отличаются? Чем отличается известный Фрэнк Харриган от супермутантов? Там очень много вопросов интересных можно поднять. Оба-на, там спрятался где-то за столом, сидел, а мы тут налетели его. Давай его пинать. Некультурно поступаем на самом деле. Сидели, гули, никого не трогали. И тут на, откуда ни возьмись, мы по просьбе братства стали, таки их зачищаем. С каких пирогов? Ну ладно, попросили, надо что-то. Не отвертеться от задания-то. Ну давай. Вот и все. Бедная гуля. Предосмотрительно гуль сбежал из этой комнаты. И определенно сведущий в такого рода делах, конечно. Мы хотим вас сделать почетными рыцарями Братства Стали, да вражатую команду. Что нужно сделать? Еще одному отряду в офисе Робко нужна ваша помощь. Ну, пошли роботов мочить. Я надеюсь, нам тут покажут роботов каких-нибудь. Все. Пошли домой. О, набрали фрагментов. Да, у нас же тем теперь тоже нету. После прошлого глюка. Вот снесли все темы. А чё, зачем они нам надо? Действительно. Ах. Глюки от беседы. Уже притча во языцах. Так, пошли домой. Кто там у нас? Так, а подождите, у нас задания какие тут есть? Херня.
лазерный пистолет. У нас нету лазер, мы все продали. А-а-а! Блин, если бы знал, то этой всей толпы на входе лазерные пистолеты пособирал. А так-то у нас и нету. А, один. Один можно семерым выдать. Ладно, между сериями займемся этим вопросом. Даже сейчас. Ой, блин, любопытство не порог. Но кошку сгубило. А ну. Отлично. А тебе можно, да? Ну-ну-ну, где он там? Да быстрее мотайся. Вот. А, у меня еще и несколько. Ха! Я так думаю, что это не каждый по разу. Иначе задание пропал смысл. А ну. Да не. А ты с чем? А ну стой. Хочешь лазерный пистолет подержать? Годится. Надо тебя подлечить, походу. Надо всех ловить, подлечивать и заодно пистолет им давать померить. Ага, борода. А другой, если тебе дать. Вот такой ты держал. Не, все, борода. Да блин, да, вот как раз охотничье ружье. Это то, что тебе было надо. Не, не. Три раза, да. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи и никогда бы не работал. Давайте, помогайте тушить, бегите сюда. Все давайте на помощь роботу. Да, что-то он так это жизни теряет интенсивно. Давайте уже тушите швыдше. Швыдше, хоботы, швыдше. О, отлично, все, всех отхилить. Отпустить. Так, ладно. Ну, а мы продолжаем разговор. Продолжаем следующее это. Так, рестлинг в понедельник. Ну давайте попробуем позаниматься рестлингом. Чё странно, чё у меня там только два человека. Не могу понять. Сейчас посмотрим. Победить бифштекса Бернардский. Чё, поляк что ли? Поляков американцы любят. Примерно как русские чукчи. Давайте там, валите. Вот так. Какие крепкие рейдеры, однако, с плазменными пистолетами. Да, больше фрагментов тем, особенно дублей побольше. Это новая тема с дублями на фоне люка со слетом, отличная вообще. А вы кто такие, черт побери? Не знаю, что ему сказать. Мы кара, которую заслужил бальзамировщик. Мы это еще посмотрим. Ура. Интересно там. А, теперь трейфер.
Если можно было как-то без это, без боя с ними решить вопрос, чтобы не ругаться. Все. Бальзамировщик, тесак, штекс. Отлично. Одного упаковали, еще двоих. Пошли упаковывать их. На. Будем ухерить. Ну классно, с лазерными винтовками уже рейдеры. Скоро уже с плазменными этими буду, с плазмоганами. Рейдеры, блин. В тряпках и подтяжках каких-то. Но с лазерками. С ума сойти. Получай. Как у меня пятерки один за одна за одной. Осторожней. Нужно с желаниями, это точно. О, поехали наверх, сразу съездим. Какая длинная комната. О. Мне надоели идиоты, которые убивают моих парней. Надеюсь, ты уже помолился, Бернардский, потому что живым ты отсюда не уйдешь. А то вся жить любящая сейчас тебе будет очень больно. Не сомневаюсь. Давай. О, только накаркал про пятерки. А нечего каркать. Бернард. О, ланчбокс получили, это хорошо. Пошли дальше. Еще кого-то надо. Тесака какого-то. Что за шутки? Никаких шуток, смерть пришла. Пятерочка. Получай. И ты получай. Все получили. Отлично. Где этот тесак? Давайте его сюда по-быстрому сейчас грохнем. О, тут даже тараканы есть. Ничего себе. Ничего себе, ничего себе. Ну, крит на тараканов тратить как-то не кошерно. Еще вот такое говорите. Где тесак? Сейчас мы его тоже уговорим. Поехали сюда. Да ё-моё, хотел на неё классно подхилить. Да, бегите, бегите. А тут никого. Это хорошо. И тут... А, нет, кто-то есть. Таракашки. Таракашки-плевичашки. Получайте.
Как их там плазмы всех не сносит одним залпом? Непонятно. Ну и клоун, это точно. Это точно. Вот так. И выключили. Очень смешно было, да? Классные мы клоуны. Насмешили. На все деньги. Никого, никого. А, блин. Сейчас будет в последней комнате. Как всегда. А, таракашки опять. Блин, хилок сколько тут валяется, нереально. Для лоу-левела, видимо. Я не обратил внимания. Чтоб таких там, если кто-то зайдет, чтоб пройти смог. На низких уровнях. Каракашек живой еще какой-то был. Ну, тут уже, да. Что бы ему подумать, к нам приехал цирк. Я вижу. Только одного клоуна, ты тесак. Неплохо убить их. Вторая классная. Сейчас покажу фокус. Да. Надо было ее прочитать. Она была бы брутальнее. На! Пятерочку получи. Дай 5 на 5. Получил пятерочку. На. И ты пятерочку. Ну, ну. Давайте уже дойдем этаж. Что тут зря, что ли, одна комната осталась. Таракашек вычистим из нее. Таракашки, таракашки. Да уж. Что-то становится скучновато. От этих заданий начинает веять какой-то некоторой однообразностью. Что значит веять? Это фактически она и есть. Все хорошо. Толпа безработных ходит. Ладно. О, дело о пропавшем обеде. У нас уже третья, да, последняя. О, у нас еще к бабушке в гости появилась. Надо будет кого-то туда сейчас отправить. Кто там первый вернется? О, и проверка волтек экспериментов тоже. Интересно. Сейчас он ушел. Ну, дело о пропавшем обеде. Кого-то похитили. Очень определенно. Пойдем определим, кого же там похитили. И вернем его куда-то домой.
интересно, кто это. Найти вора. Пошли искать вора. Путем уничтожения всех, кто тут живет в этом ангаре. Ничего себе ангарище. Погоди, ты же не Ник. Хочешь мне помочь? Понимаешь, поселенцы похитили моего делового партнера. Но мы ни в чем не виноваты. Сюда пойду я, меня застрелят на месте, пожи с ними, а? Я помогу тебе, но если только ты перестанешь грабить людей. Ты поможешь? О, спасибо. Да, конечно, никогда не граблю. Честная скаутская. Да, рейдер, который никого не грабит, конечно. Да-да-да. Это был он. Я его узнал. Отлично. Да, и поселенцы, и рейдеры, и воры все живут в одном здании. Естественно, даже так логично, обычно, вообще обыденно. А чё бы мне жить в одном здании, действительно. Здание-то большое. О, если ты здесь, чтобы просить о том, чтобы мы пощадили твоего рейдера, зря теряешь время, ходи, просто уходи. Рейдер должен понять, что за кражу дыбу и еды ему никакого прощения не будет. Откуда вы знаете, что это сделал он? Но если рейдер не взял жатву, то кто? Слушай, если найдешь ее, то мы, может быть, его отпустим. Отлично. Детектив. Детективная история накаляется. А в следующий будет вор. Точно. Нет, надо же. Тараканов нашли. Тараканы украли, наверное, еду. Прямо из холодильника. Вместе с холодильником. Такие вот чернобыльские тараканы. Пойдемте наверх. Поближе к небу. И звездам. О, а вот и вор. Эй, ты же не хочешь помочь мне, да? Слушай, я ничем не надо. Тот, кто украл их жертву, живет где-то в этом здании. Какая-то злобная тварь, пожалуйста. Кто вообще такой? Что это за хрен? Господи, какой бред. Найти вора. Ай, пошли. Где тут вор? Давайте его убьем и все, и домой. О, кратокрылся, наконец-то. Давно вас не было. Фрагмент. Пошли. Ну, светящийся. Отлично. Всех перестреляем. Где же вор? Это был кротокрыс? Да, это был, наверное, умный кротокрыс. Мозг, брейн. Как бы это во втором Fallout'е. Это вот два крыса, кротокрыса и умных. Хотели захватить мир. Вернее, один из них хотел захватить мир. Было интересно, да. Такое. Пасхалка, не пасхалка. Но жаль, эта идея не получила развития. Забавная была. Можно было к нему спуститься, сырными шариками его покормить, он их очень любил. Кто не играл, многое пропустили. Fallout 3, 4, даже не бледная тень того олдскула. Ну... Где же уже вор? Давайте его быстрее найдем. Да. Да-да-да. Были такие два мега-кротокрыса. Еще были умные смерти. Разговаривающие. Там много кого было.
Даже енотов хотели увольнить. Разумный. Я так понимаю, типа того енота, чтоб Стражи Галактики вот это с гранатометом на дереве рассекает. Вот такие были бы еноты в Фоллауте, прикиньте. Как думаете, было бы здорово или не очень? Блин. Трындячить кто знает куда. А, ну да, недалеко. Вор где-то под ними, наверное, жил, конечно. Где ж ему еще жить-то? Действительно. Как-то я не подумал. Такие интеллигентные люди. И валить рейдеров хотят мочить. Ай-яй-яй. Трейдеры, он, скауты. Никого не грабят. С ума сойти. Да, нас заставят полностью облазить этот ангар, я вижу. Вот так, получай, пошли за гранату. Прикольно будет, если вор в натуре жил прямо. Будет очень стилево. Ну, что? Ну и где вот? Здесь? А, подожди. Фу, блин. Чё я хожу? Вот это я вообще... Ой-ой-ой, мама-мама, папа опять с ума сошел. А я хожу, открываю, у меня уже задание выполнено. Вот что значит невнимательность, а. Заодно что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Баки забил и себе, и окружающим. Уже дойдем до конца. А пусто же не такая уж и пустая, конечно. Кто бы сомневался. Я хожу, время трачу, ё-моё. Да, пошли домой. Ай. Да, приношу извинения за потраченное время. Все, все задания выполнены, все выполнено, все сделали. Осталось только открыть один ланч и попрощаться. Давайте посмотрим, что нам в ланче сегодня выпадет. Шкура. Костюм эльфа. Как сказал один известный гном в одном известном фильме, засунь его себе знаешь куда. Вот примерно то же самое, хочется сказать сейчас именно. Кстати, кто мне скажет, что таки делать с этими, с мистерами Хэнди, блин, это продать можно вообще, я не знаю. Мечися, станешь. Ну, включить-выключить, это я понял. А продать? Не понял. Ладно, ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.